Курсом президента «Как повысить эффективность в реализации задач, обозначенных президентом в ежегодном послании». Ответы на эти вопросы искали участники дискуссионной площадки, члены-сторонники «Единой России», представители общественных организаций. Для обсуждения выбрали весьма чувствительное направление – социальную сферу. Стоит острая задача создания комфортных и безопасных условий проживания в нашей стране, нашим жителям. И в этом отношении и партия, и вот общественные организации, которые здесь собрались, должны стать вот тем элементом поддержки нашего президента внутри страны. Добиться ощутимых изменений в решении социальных задач, по мнению идеологов «Единой России», позволит пересмотр системы взаимоотношений на всех уровнях власти и в самой партии. Чтобы это была партия не начальников и чиновников, чтобы это была партия реального большинства. Для этого необходимо менять в том числе и какие-то работы, и взаимосвязь между различными органами партии. По мнению общественников, в социальной сфере необходимо уделить особое внимание в организации безбарьерной среды маломобильным гражданам, а также обеспечение лекарствами региональных льготников. Изменить ситуацию поможет новый партийный проект, нацеленный на выстраивание рабочей системы льготного лекарственного обеспечения. Возможно, для этого потребуется заново выстраивать региональную сеть аптек. В оказании поддержки многодетным семьям в улучшении жилищных условий прозвучало предложение предусмотреть альтернативу земельным участкам. Ей может стать субсидирование жилищного строительства. А тем, кому участки уже предоставлены, должны рассчитывать на комфортные условия проживания за счет строительства подъездных дорог, организации транспортного обслуживания, строительства на новых территориях социальных объектов. И тут «Единая Россия» готова выступить инициатором принятия целевой федеральной программы. Предложения вошли в резолюцию, принятую по итогам дискуссии. Сегодня я считаю, что состоялся хороший диалог, в рамках которого мы выработали резолюцию, отошлем ее в региональное отделение партии, и затем будет сформирована, наверное, какая-то общая резолюция федеральной органы управления партией. В партии стоит задача, каким образом перестроить свою работу, чтобы мы реально партийными инструментами сегодня решали на качество исполнения задач по повышению качества жизни наших людей. Чтобы мы действительно стали действенным инструментом на сегодняшнем, ну, непростом пути развития органов власти. Круглый стол «Единой России» прошел конструктивно. Об этом говорят сторонники и члены партии «Единая Россия». Важная задача, помимо контроля над исполнением тех или иных задач, также обеспечить и исполнение тех самых указаний, которые дают общественные организации. И этим общественники намерены заниматься и дальше. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».